Басни 31 из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Мартин Силов. Басни Эзопа. Перевод Л.Н. Толстого. Басня «Старик и смерть». Старик раз нарубил дроб и понес. Нести было далеко. Он изумчился, сложил вязанку и говорит: «Ах, хоть бы смерть пришла!» Смерть пришла и говорит: «Вот и я! Чего тебе надо?» Старик испугался и говорит: «Мне вязанку поднять». Конец басни «Старик и смерть». Звукозапись сделана Мартин Силов.